Да. Сереге сегодня был на выставке свой стенд. Да. Несколько фотографий взял. Как обычно, он отжал его у кого-то. Там еще и угощал. Угощал всех булыками в обмен на пиво, наверное, я думаю. О, смотри, да. У тебя сюжет это. Пиво тоже, кстати, его. Я, говорит, в большой комнате, я, говорит, в маленькой, на кухне. На балконе есть вот? На балконе надо, да. Да. Вот на природе зеркалочко у меня на окне. Вот еще. Знаю места. Зубами ловил. Вот такое еще. Вот они, булыки-то, где... рождались, да? Ну, вот на Волге такое фото у меня с есть. Волги едет, да. На моторе. Кайфует. Карта Рязанской области здесь каким-то образом оказалась. Ну как, АК, самые места там вкусные. Секретные? Отметил хоть? Ну, немножко есть. Галочками. Ямы, бакины, такой. Правильно, правильно. Грэс там в голове держит. Никому не выдает. Балаковская Грэс. Не Балаковская, а Балаковская. Так что тут военные карты, все тут точно отмечено. Интересно, что снимают вообще люди? Вот кого они снимают? Здесь надо снимать, здесь рыбаков настоящих, а не абы кого, да, Серега? Я думаю, в конце концов, уже совсем будет туго, буду прикормку рекламировать. И это тоже вариант. Ну что же, пройдем к крючкам, пожалуй, да, для начала. Пора уж нам. Для начала пройдемте к крючкам.